За последние два года Европейский банк реконструкции и развития вложил в экономику Азербайджана 270 миллионов долларов, сообщил президент банка Сума Чакрабарти в ходе пресс-конференции в Баку. Средства пошли на реализацию около 30 проектов. Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений, президент Ибиарди отметил, что в Баку он встретился с президентом Ильхам Алиевым, министром экономики Шахином Мустафаевым и председателем Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфатом Асланлы. Азербайджан, по словам Сума Чакрабарти, пригласил Европейский банк реконструкции и развития принять участие в создании на территории республики первой зоны свободной торговли. Мы заинтересовались проектом. Об этом я говорил как на встрече с президентом Азербайджана, так и с министром экономики. Еще раз скажу, что идея очень интересная. Мы намерены изучить проект с технической точки зрения. Если говорить о нашем опыте, мы участвовали в создании зон свободной торговли в других странах. Необходимо определить экономические параметры проекта. Еще мы бы очень хотели бы, чтобы реализация данного проекта привела к развитию поселка Алят, которое станет частью зоны свободной торговли. Помимо участия в диверсификации экономики Азербайджана, Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в энергетических проектах республики. В частности, Сума Чакрабарти подчеркнул важность проекта «Южный газовый коридор». ИБРД уже участвует в разработке месторождения «Шах Денис» в азербайджанском секторе Каспийского моря. Сейчас банк готовится выделить 1,5 миллиарда долларов на реализацию трансадриатического газопровода. Сума Чакрабарти также сообщил, что высоко оценивает реформы правительства Азербайджана и приветствует меры по борьбе с коррупцией, а также меры, направленные на оздоровление банковской сферы. В ходе встреч мы также обсудили вопросы, связанные с банковским сектором Азербайджана. Говорили мы об этом с Палатой по надзору за финансовыми рынками. Оздоровление начнется тогда, когда банки смогут восстановить систему выдачи кредитов. В настоящее время экономика Азербайджана долларизирована. Все с этим согласны. Поэтому для восстановления банковского кредитования в манатах должен быть разработан соответствующий механизм. Было бы хорошо обеспечить выпуск облигаций в нацвалюте. Сума Чакрабарти отметил, что Европейский банк реконструкции и развития может выпустить монатные облигации. Для их выпуска уже предприняты регулирующие шаги. Остается определить готовность рынка. Хайл Мамедова, Фарид Гаджалиев, Зия Бабаев, CBC.